покормим комаров. Кофе вообще ни о чем. Но самое печальное в нем то, что объем меньше, чем 200 миллилитров. То есть тут намного меньше, где-то 150-180. Печально также то, что крышка ни о чем. Стаканчик, конечно, интересный. Любопытно за ним понаблюдать. Но крышка умыкивается полностью из-за того, что наливают его полным. В общем, такая шляпа. Растворимый, наверное, то лучше. 1-1 максимум. Без сахара. Но комаров очень много. Странно, почему они так любят покусать этим летом. В общем, вообще не стоит никакого внимания, не стоит никаких слов о себе хороших. Единственное, за что стоит сказать, так это цена 64 рубля. Ну и, соответственно, нормальный стакан. Крышка ни о чем. Стакан внешне нормальный, но маленький. Кофе полный шлак. Как-то так. В общем, не рекомендую никому брать там кофе. Эти ребята даже чай могут умудриться испохабить. Вот и все, что хотелось бы сказать по этому поводу. Так что зря потраченные деньги в пекарне Хлебница.